Все с вами согласен. Поэтому я единственное, прошу минутку еще, я закончу свою, до конца мысль. Что я что сказал? Я сказал, не для того, что там плакать, слезы пускать, их мне никто носовой платок не даст, их вытирать. Есть голова не для того, чтобы шапку носить, а думать, и работать дальше, и развиваться, и наращивать производство. Меня просто поражает два момента очень сильно. Ну, третий момент про 1% я уже озвучил. Меня поражает разница между Хакасэнергосбытом и Абаканэнергосбытом. Это первое, это в системе. И второе, какие, насколько они пустые в очередной раз заявления, они в прокуратуре прозвучали, я их читал, и средств массовой информации, высказывания ФАС России в лице Артемьева, что там, где повышена, выше инфляции наценка на электроэнергию, она будет наказана и возвращена. Вот это, да, интересно, или это в очередной раз популизм, или под этим есть основа, и можно бизнесменам надеяться, не здесь, не на опору, не на деловую, это так. А вот если это федеральное, чиновник говорит, ну извините, на него вся страна и все бизнес-сообщество смотрит. И ждем сейчас реакцию.